Идем гулять с Джокондой. Большой сольный концерт. И просто хорошо. Теперь идем к Джоконде на балкон. Всем привет, с вами Соня Савинкина, Сёма Савинкин, мама Савинкина, Джоконда, сердце океана. У нас сегодня воскресенье, папа уехал на 3 дня на рыбалку, а мы сейчас заберем наши заказики, вкусную еду и пойдем на озеро сидеть на природе. Сегодня как раз с погодой нам повезло. Папа и еду купили, сейчас пришли забирать дальше заказики. Держи. О, мне? Благодарю. Джоконда, вы теперь со мной шагаете. Буквально в 15 минутах примерно от нашего дома находится вот такое красивое место. Сейчас мама будет делать распаковку еды. Начнем с тарелок. Божественно. Такая взяла одну штучку. Мы все видели. О май гад, ты был. Сёма ждет, пока мы тут все нафотографируем. О май гад, о май гад. Посмотрите на этот шикарный вид. Обед с панорамным видом. Джоконда хочет переехать. Мама делает все возможное для этого. Это был аист. Он ребенка к нам несет. Ну, может, не к нам? Нет, к нам не несет. Сидим, любуемся тишиной, спокойствием, умиротворением. Мозг чешется. К чему? К богатству. Только что с мамой заказали на Вайлдберрисе свечки. Будем сами делать. Это у нас в целях осени, такая цель есть. Я заказала холсты для рисования. Буду рисовать. Это у меня тоже такая цель осени есть. Я, короче, придумала такую идею. Буду каждый день снимать по чуть-чуть и в конце недели делать влог, монтировать. Как тебе? Мама оценила, а вы? Вчера Сёма уговорила скинуться со мной на проектор. У меня просто в комнате нет телевизора, вот, потому что мы как бы, ну, еще... Только переехали. Ну, только переехали, вообще он как бы не прям сильно нужен, мы телевизор редко смотрим, а проектор необходим жизненно. Мы уже дома, сейчас проведу вам небольшую экскурсию по нашей новой квартирке. Итак, вот такая шикарная у нас дверь. Фонарик, кстати, смотрите, сейчас выключу основной. Ну, красота. Ну, согласны. Обратно включим. И идем дальше. Тут у нас туалет. Показывала вам в предыдущей серии. Вот. Тоже красота. Уют. Блогерская раковина. Идем далее. Джоконда. Мама пришла. Так, тут у нас, ну, бардачок сказать. Сильно показывать не буду. Как бы понимаете, да, кто тут живет. Смотрите, зато свет красивый есть. Это плюс. Все, мы уходим. Коридорчик, место Джоконды. Далее моя комната. Ну, посмотрите, роскошь. Только почти чисто. Я наводила утром порядок. Мыла полы, убиралась тут. Балкон у нас пока что не сделан, и там живет Джоконда. Это, кстати, тут она пьет воду. Я вчера разложила лампочки. Очень красиво в ночи. Они светятся. Все вам потом вечером покажу. Сушилка у нас будет потом на красивом будущем балконе. Вот такие у нас двери красивейшие стоят. И мы заходим в комнату. Опа, снова прибор Джоконды. А это комната мамы. У нас совсем скоро к нам придет новая кухня. Это мы перевезли из старого дома. Но скоро будет просто шикарнейшая кухня. И это потом вам все когда-нибудь покажу. У меня спрашивали в комментариях, почему же мы переехали. И я вам открою небольшой секрет. Мы жили раньше в домике с
стареньком, и его скоро будут сносить. Поэтому нас переселили в новую квартиру, которую папа сделал сам своими руками, полностью с ног до головы. И мы сейчас живем, обустраиваемся тут. В новой квартире, конечно, намного легче наводить порядок, потому что мотивация появляется, да, мам? Для порядка. Конечно. Этот влог болтательный получится. Сейчас последнюю историю расскажу. Я в прошлом году хотела купить белый пуховик. Ну что подумаете? Конечно, я купила не белый, а синий. И сейчас я очень благодарна маме, которая отговорила меня от белого. Потому что даже синий я умудрилась запачкать. Вот сегодня стояла, отмывала. Так что свинюшки немного. На дворе был понедельник. Мы были в спортзале. Только... Мы еще не были в спортзале, мы только идем. Только заходим, поэтому мы еще такие красивые пока что. Фото по традиции. Куда же без него? И мы сделаем. Когда дочь блогер. Саня вылетела. Мы с вами уже на беговой дорожке. Вот такой красивый экранчик. У нас тут сегодня пляж Лапуш в программе. О, вот что? Испания. Испания? Класс. Пару минут разговором, пока мама делает упражнения, я отдыхаю. Итак, что хочу сказать. Первым делом, когда мы приходим в спортзал, мы бегаем на дорожке. Одну минуту ходим, затем 5 минут бегаем. Затем идем в спортзал и либо приседаем, если тренировка на ноги, либо отжимаемся. Отжимания и бег. Это я вообще не люблю, но что поделать в таких ситуациях. Я уже сделала подход и снова с вами. Спортзал для меня это, во-первых, смена обстановки. Во-вторых, это сделать свое тело еще красивее, потому что когда танцуешь, хочется, чтобы, знаете, рельеф очень красивый был. И каждую мышцу было видно. Вот. За этим мы приходим сюда. Зачем ты хочешь спортзал? Чтобы мне к старости вот такие вот, видите, плечики, бицепсы, чтобы оно ничего не висело, да, чтобы спинка не висела, чтобы бедра не висели. Только для этого. Вот такую попу мы накачали, растет с каждой секундой. В конце у нас занятие обычно пресс. Сегодня сделали на максимум. Идем в раздевалку, затем домой пить чай, наверное, надеюсь. И на танцы. Go to the home. Тренировки провела, сейчас пойду домой, там где-то по пути меня встретит мама. Зайдем в магазин, может что-то купим. Мы встали рано, в 5 часов утра, в 6:40 поехали на электричке во Владивосток. Сегодня будем с мамой смотреть соревнования по художественной гимнастике. Вот. И пока на улице чуть-чуть не жарко. Чуть-чуть. Мы самые раздетые, наверное, здесь. Я не знаю, просто в душе еще лето. Как истинные бизнес-леди зашли в кофему. Возле спортзала купили я какао, мама что-то... Кофе с кедровыми орешками, с сосновыми шишками, не упади. Шагаем смотреть соревнования. На соревнования немного посмотрели. Пришли с мамой на наше любимое место. Взяли рис с видом на море. Снова, конечно, у нас
люкс обед, я считаю. Итак, пробуем курицу. Очень вкусно. Очень. А с таким видом вдвойне вкуснее. Мы поменяли локацию теперь на фоне вот этого красивого здания. Сидим, смотрим на море и просто хорошо. Вообще, погода сегодня просто шикарная. Сейчас мама ищет в телефоне, куда мы пойдем пить чай. В изобильное место. Со вкусными пироженками. И, конечно же, смотрим на море. Это красота, друзья мои. Наше мини-путешествие подошло к концу. Идем на ЖД вокзал, электричку и едем обратно домой. Мы с девочками готовим танец для конкурса, да? И я очень надеюсь, что мы подготовим. У нас осталась неделя, и я в них верю, в себя верю. Семейный просмотр. Нижний там что-то. Так, Василий, ты сейчас вот что-то, да, у меня все там культура. Корпус что-то вообще не дела. О, молодцы, пусть сюда. И тут что-то у всех, по-моему, пошло не так. Кто хорошо занимается, тот хорошо питается. Хорошо тут возле студии находится вкусная... Кто там находится? Калачная, 17. Вот, запомнили. Взяли с Василиной яблочный пунш, круассан с манговым кремом. Она с чем-то другим, с лимоном, да, по-моему? У Юли вообще соленые. Каждодневная наша рутина. Идем гулять с Джокондой. Плюс я взяла Сёму, чтобы он постоял с ней на улице, пока я пойду на почту. Представляете, я сегодня в первый раз в жизни Авито продавец. У меня купили купальник мой гимнастический. И вот сейчас пойду через почту отправлять. Надеюсь, все будет успешно. Вроде как там легко должно быть. Затем я хочу прийти домой, и я заказала себе холсты для рисования. Вообще, я этим не занимаюсь, но хочу просто порисовать. Без сложных рисунков нарисовать красивый фон и какую-нибудь цитатку написать, чтобы на подоконник к себе поставить. Вот такие дела. Смотрите, нет бы идти по тротуару. Нет, мы будем идти посередине дороги. Мы завершили нашу прогулку. У Сёмы добыча легкая. Я сдала свою первую посылку на Авито, и сейчас идем рисовать. И вот так мы хотим домой. Мы так сильно. Там давай тащи. Вообще мощь. Джокон, ну мы же погуляли. Че так нечестно-то? Идем домой. Ну пошли. Еле-еле дыша в теле. Go, let's go, let's go. На ваших глазах происходит сомнение.
Вот этой прекрасной розовой нежной картине, я думаю, желтый цвет сюда добавлять или нет? Наверное. Подождешь, пока не ответишь. Пишите в комментариях, я пока добавлю. Фон мы, значит, с вами нарисовали. Сейчас будет такая интересная подписочка на мой канал. Итак, две буквы уже готовы. Игра, продолжите слово. Ну, это сказка, ребят. Вот такая картина у меня получилась. Мотивационные. Каждый день праздник. Возможно, все. В моей жизни все складывается очень легко, и я притягиваю в свою жизнь абсолютно все, что захочу. Я верю в самопрограммирование, в то, что от наших мыслей зависит очень многое. Именно поэтому решила сделать вот такую красоту. Сейчас поставлю ее красивенько и буду любоваться. А вам в такой красивой атмосфере тоже хочу сказать, что в этой жизни возможно абсолютно все, поэтому верьте, идите к своим мечтам, и у вас обязательно все получится. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравится этот формат таких видео, потому что и мне легко снимать, плюс выходит, думаю, достаточно прикольненько. Так что увидимся в следующем видео.